Сколько час в вашей студии стоит? Блядь, ну только что же сказал. А сколько час в студии? Зачем ты его берешь? 300 рублей. 300 рублей час в студии? Ты ебаный дурак, он стоит 350 тысяч рублей. Сведение сколько, 500? Ты его уронил на пол, нахуй. Вот это что, блядь? Что там? Вмятина, нахуй. Да ну нахуй. Он стоит 350 тысяч, ну нахуй ты балуешься, дурак, блядь. Могу как за 2 часа работы заплатить. Козлина, блядь. Ну сведение, ладно, могу тоже. Можно без сведения тогда. Убью, сука, блять. Он уже не работает, там показано, не работает. Можно без сведения просто. А, все. Работает. Можно без сведения. Ну ты дурак. Алексей. Ну ты дурак. Тоже верно. Ну ты дурак. Блять, Данила, ты дурак? Куда показываешь? Блять, Данила, ну ты дурак, блять, ну вот если честно. Ну ты дурак. Как можно уронить вот эту хуйню? Сука, ты сидишь вот за столом, у тебя коленки здесь. Как можно уронить эту хуйню? Черные глаза, целые прекрасные черные глаза.